Поселок Керамкомбинат, пожалуй, единственный из крупных населенных пунктов района, в котором нет специально организованных детских площадок. Остатки старых игровых элементов советского времени во дворах не в счет. Положение исправит большая стройка, которая развернулась на пустыре рядом с местной школой. Там начали возводить универсальную площадку для жителей по программе «Комфортная городская среда». Еще в мае здесь был неприглядный пустырь, а теперь развернулась большая стройка. Перед тем, как укладывать брусчатку, строителям пришлось изрядно потрудиться над основанием всей площади. У нас перепад между углами был почти 1,5 метра. Ребята сделали планировку, то есть они с одного места грунт забирали, в другое перевозили. Поэтому вот как-то все выровнялось. Сейчас все в соответствии проекту. Контракт с подрядчиком заключен на 2 года. К осени здесь уложат брусчатку, сделают мягкое покрытие, установят опоры под электроосвещение. На зиму стройка остановится. Здесь будет лыжня для школьников. С наступлением тепла начнется оснащение площадки. Установят тренажеры, сцену, беседки, оборудуют детскую спортивную зону. Это будет место активного и спокойного отдыха для жителей поселка всех возрастов. Ребята работают оперативно, согласно графика, под надзором строительного контроля. Никаких отклонений у них нет. Бетонный забор решили оставить. Для начала его выкрасят в однотонный цвет. Планируется обустроить и территорию перед универсальной площадкой.